Благодаря тому, что многие гостиницы Сочи уже работают с онлайн-сервисом для передачи в МВД миграционных сведений о постояльцах, сочинские полицейские задержали не один десяток правонарушителей. Такая программа помогает правоохранителям и тем самым обеспечивает безопасность, подчеркивают в городском УВД. Идет слив в систему, информационную систему МВД России, где отслеживаются граждане, которые непосредственно отдыхают в данном комплексе. Мы проверили ее уже, неоднократно отработали. Она очень хорошо себя зарекомендовала на Олимпийские игры, которые проходили в городе Сочи. Программа позволяла задерживать людей, которые находились и в федеральном, и в международном розыске. То есть мы в онлайне практически видим этих людей, мы знаем, где предметно они находятся. Но это влияет, безусловно, и на безопасность тех жителей, которые добропорядочные приехали в город Сочи отдохнуть. Помимо вопросов безопасности, электронная передача данных постановки и снятия с миграционного учета российских и иностранных граждан удобно и самим ательерам. Онлайн-сервис позволяет мгновенно отправлять информацию по интернету, тем самым не затрачивать время на поездки в ведомство. Сразу все сведения о госте, которые поступают из бронирования, они заполняются в черновики бланков уведомлений для МВД. И гостиница, по сути, остается только зайти в нужный раздел и нажать кнопку «Отправить», и уведомления уже уходят в МВД. То есть полностью мы зациклили весь процесс от получения бронирования до постановки гостя на учет. И где, как не в Сочи, она должна работать. То есть, в первую очередь, именно и на южной гостинице мы ориентируемся, разрабатывая этот сервис и учитываем их пожелания. Полиция Сочи одобряет внедрение новых технологий. В преддверии активного летнего сезона рекомендует сочинским ательерам переходить на электронную передачу данных своих постояльцев. Таким образом, правоохранители будут дистанционно обеспечивать безопасность, а сами ательеры смогут потратить драгоценное в сезон время на повышение уровня сервиса. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.